Я рад, что все наконец позади. Гоблинские пирамиды. Ты их хотел мне показать? Не только. Идем. Привет еще! Это Нек второй. И мы продолжаем. Спасибо всем за комментарии. Я много чего оттуда подчеркнул. И по тайникам я вернулся и все тайники собрал. И выяснил, что когда ты возвращаешься и заново все проходишь, навыки накапливаются. Если в прошлой серии я закончил, у меня не было ни одного навыка, то сейчас у меня уже есть один навык, потому что я заново перепрошел все предыдущие части. И теперь у меня помимо янтарной бомбы еще чуть-чуть осталось до телепорта. Смотри, сколько я 3 части нашел телепорта, и это благодаря вашим подсказкам. Ну и, конечно, еще преобразователь энергии. Давай почитаем. Телепорт, короче, что он делает? Если Нек упал в пропасть, устройство автоматически возвращает его туда, где он стоял до падения. Классная штука, потому что я очень часто падаю. Преобразователь энергии. После того, как индикатор янтаря заполняется, устройство преобразует весь лишний янтарь в энергию реликтов. Что очень круто. То есть, когда янтарь у меня полный, я могу за счет янтаря вырастать еще больше, потому что янтарь будет преобразоваться в реликты, и это круто. Вот, по поводу самого янтаря. На тебе попковый удар. Опа! О! Нифига себе. По поводу янтаря. Да, я это подметил еще в конце прошлого ролика, что его переработали здесь. Он теперь не нужен для ульты, он здесь нужен для внешнего щита. То есть, теперь... Сейчас меня кто-нибудь ударит. Ладно. Вот, еще по поводу янтарной бомбы, сейчас тебе все покажу. Я это не заметил сразу, хотя и читал все, но как-то не заметил. А подписчики заметили. Короче, смотри, вот у меня есть чуть-чуть янтаря, сейчас меня ударят и будет щит. Вот, видал? Щит был, это круто. Это круто, и давайте ударьте меня еще раз. Вот, у меня реликты отвалилось. Вот это тоже классная тема, что реликты после того, как меня ударили, могут вернуться ко мне обратно. Даже если меня много раз ударят. Вот, еще раз ударь меня. Видал, да, реликты возвращаются, и тем самым у меня здоровье вроде бы не тратится. И это очень круто, такого в первой части не было. Я об этом говорил в первой части, типа, ну почему так-то? И вот теперь здесь это реализовали. По поводу янтарной бомбы, которую я собрал, это было устройство. Я его только что показывал, это устройство. Читал в комментариях, что янтарная бомба срабатывает тогда, когда я ломаю янтарь. Вот такие вот дела. Уху, какой большой жук. Сейчас, ну-ка, вот попробуем вот эти янтари задеть. И посмотри, сейчас будет такая взрывная волна от янтаря. Ага, если ты до него допрыгнешь еще. Во, видал? Такая вспышка произошла. Вот это взрыв янтаря. Я, конечно, думал, что у меня будут гранаты из янтаря, но это как-то так работает. То есть, если поблизости не будет янтаря, ты взорвать ничего не сможешь. Такие дела. Ну, очень прям печальненько. Подсказки. Ну, давай воспользуемся подсказкой. А, она показывает, куда нам бежать. Ага. Но я-то здесь тайнички искал. Так что пишите в комментариях, если я что-то пропускаю, друзья мои. Ага, нычку смотрите мою. Я все это обязательно возвращаюсь, собираю. Осторожнее! Оп, меня заперли. И сейчас еще талант же прокачаем. Я же в самом начале тебе говорил или не говорил, что когда я вернулся, я собрал кучу опыта усиления. И тем самым набрал одно очко таланта. Град ударов. Вот эту вот штуку прокачиваем. И теперь я вообще буду очень быстро лупить по противнику. Смогу вот по этим чашечкам так бить быстро? Да! Вау, 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 обалденно. Круто. Так, мне тут прыгать надо вот по этим выступам. Опси, опси, хопси. Применяем пупковый удар, не замедляем прямых. Вообще не забываем. Нам сюда, да? Не забудь свои части! Да, спасибо. Свои части. Расчлененные. И удар ногой, про это еще не забываем. Все, теперь я, наверное, смогу запрыгнуть. Или вытащить вот эту штуку. Могу ее вытащить? А, да, ее вытащить нужно. Но! Она нам нужна для того, чтобы запрыгнуть сюда. Полноценно ее вытащить не получится, потому что снизу там небольшой такой кантик есть, который мешает выдернуть всю эту конструкцию. Так, подожди, вот это у нас. А, ничего. Окейшки. Ею-ю. Пришел, а здесь снова надо что-то дергать. Руины полны загадок и ловушек. Куда вначале пойдем? Тут же можно вот так вот сделать. Опси, опси. Ништяк. Тайник. Тайник. Давай, ломай его.
И вот снизу тут еще что-то есть, да? Талантики. Это здорово. Вот эту штуку... Так, подожди. Тут двери сейчас откроются, если я вот эту дерну. Вот эту штуку я забираю. Спасибо. Она ж не зря там была. Вон, кстати, жучар какой толстенный. Ещё. Твой... Вот здорово. Конечно, не очень это прикольно жучков мучить, но за них опыта дают немерено. Поэтому жучки, просите меня в этом мире. Надеюсь, что эти жучки злобные. Хотя они никого не трогают вроде. А я такой здоровый, хожу их мочу. Ой, рассыпался случайно. Это, наверное, жучки мстят мне. Забираем вот эту штуку. Ты нам пригодишься, потому что сюда я не допрыгну. Вот, отлично. Янтарщик, конечно же. Ну чё тут? Слишком легкие загадки для нас. Для нас? Это Нек их решил? Наконец-то! Лука, спасибо тебе. Хоть кто-то признал мои заслуги. Туда я не допрыгнул. Вихрем, давай спустимся. Здорово, парни. Ну чё, кто испробует мой новый мега-удар? Ну не в ту сторону, Нек, ну что это было такое? Блин, боится. На-на-на-на-на-на-на. Пупковый удар, красава, чутко. Я теперь настоящий боксершка. Боксирую прям как великолепный... кто там у нас там боксер-то был крутой? Рокки, да, вот Рокки, я фильм вспомнил, Рокки. Значит, пускай будет Рокки. Отхватил. Вот, отлично. Такие думали с двух сторон меня зажать, но ничего не вышло. Потому что я резкий, дерзкий и понтовый. О, щель, смотри. Как бы... Почему я не понтовый? Я аж понтовый, я постоянно понтую своими способностями. Опс. Попковый удар. На самом деле, если бы у меня были такие же крутые силы, как у Нека, я бы, наверное, выпендривался в каких-то местах, но не сильно. Не сильно. Вот. Я думаю, что Нек выпендривается на самом-то деле. Там, перед Лукасом и перед Райдером. Мне вот сюда. Новые загадочки решать. Теперь надо пройти здесь. Да ладно. Есть. Пройдем же. Вон как это работает. Тут дальше по сюжету проход, а я могу еще дальше пройти, смотри. А, не успел. Там можно, кажется, зацепиться за что-то. Давай-ка сейчас проверим. Запрыгиваем. Да блин, ну почему я туда не могу запрыгнуть-то? Там же он прям видно выступ, там же янтарь стоит. Есть, короче, немного другая идея. Смотри. Реликты оставляем здесь, перепрыгиваем. Да, работает, но... Но не до конца, походу, да? Я просто сюда не допрыгну сейчас. Хотя допрыгнул. И вот тут вот у нас что-то есть интересненькое. Хо-хо-хо, сундучок. Ну-ка, ну-ка, показывайте, что там. Телепорт. Телепорт и телепорт. Одна и та же деталька. Так, мне еще одна деталь до телепорта осталась. И он будет у меня собран. Все хорошо складывается. Тихо, не падай туда. Не падай. Мы сейчас грамотно вернемся обратно. Оп. И забираем реликты свои. Не-е-е-е-е-е-е. 2 метра 44 сейчас размер мой. Бугай. Сейчас мы проверим бомбы на тебе. Сейчас. Подрыв, подойди поближе. Подрыв! Вот, я шломил его. Оглушил, если можно так правильно выразиться. Ох ты, дерзкий типок. Давай, подходи поближе. Видал? А теперь мой суперудар. Ой, не получилось. Мой суперудар по тебе. А если с ноги? А если с ноги? Вот это я понимаю. Берегись, их все больше. Пупковый удар. И такой удар с ноги. И вот такой вот вам. И такой...
Я вот тут такой вот удар говорю, вот. Не получается, короче, тут комбинировать удары почему-то. Это сложно. На! На! Как они с ноги раскидываются, круто! Это прямо офигенно. Давай, подсасывай уже, задолбал. Вот, отлично. А, неуязвимость дали. Ну ладно. Так, я что-то не понял, подожди. Я хочу кое-что проверить. Ну-ка, подойдите сюда, подойдите, подойдите. Реликты забираю. Короче, ты видел? Ты видел это? Реликты, когда через них проходят, они наносят урон. Надо было уязвимость все-таки брать, этот кристаллик долбанный. Так, подождите, я хочу сделать вот так вот. О, опасно, опасно. Прыжок, фух. А теперь, да, давай, 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 подтягивай реликты. Работает, круто, круто, очень круто. Попковый ударчик. Вот, сюда. На, нокаутируем тебя. С ноги. Кого с ноги? Оба, как мне нравится с ноги их отпинывать. Они прям улетают в стеночку. Бух. На, ворот. Чуть-чуть не достал меня. Вы можете получить новые навыки. Давай его используем. Конечно же, используем. Навыки прокачались. Так, крутой какой-нибудь удар. Супер уклонение. Не, не интересно. Усиление атаки. Сила града ударов увеличивается на 50%. Это надо. Ускорение атаки. Вы будете быстрее применять град ударов. Кстати, вот это отдельная штука. Давай лучше вот это вкачаем. Хотя нет. Лучше увеличим урон. Да, лучше увеличим урон. Потому что иногда град ударов, он не всегда быстро срабатывает, и новый талант открылся. И поэтому вот эта способность будет крутая, ускорение атаки града. Добивающие удары. О, в конце града ударов вы будете делать апперкот, подбрасывающий противника в воздух. Классно, но для этого нужно 4 очка таланта, это очень дорого. Я тебе хочу сказать. Ну что ж, давай, ко мне подойди. Давай его вначале, может, оглушим. Блин, не получилось его выстегнуть. Ворот. А вот сейчас. Да! Убили. Ну чё, парни? Я здесь на этой арене сейчас дофига. Вот. Дофига получу опыта. Кстати, в комментариях просили показать, как Нек использует щит, когда он маленький. Что ж, сейчас попробую тебе показать. Вон он, такой вот маленький щиток. Ой. Иди сюда. Прыжок. Чёрт. Так что... Вот так вот тебе еще покажу. Увернулся. Это было очень опасно тебе сейчас показывать, но... Я это сделал. Все. Со всеми разобрался. Арена для Нека. Я всех победил. Понтанулся, выпендрился, и можно идти дальше. Вау, какая башня. Огромная башня. Впечатляюще. Я в нее сейчас скарабкиваться буду? Походу, да. О, чебрики. Здорово, парни. Выкуси. Готов. Но, блин, когда они вдвоем, они не всегда дают закончить этот град ударов. Ну, так, нечестно. Здесь ничего нет интересного. Тайникового. Какая, смотри, пика торчит из-под воды. Так-так. Что, дядя? Если не ошибаюсь, это просто бесценная археологическая находка. Если получится вытащить. Давайте я помогу. В сторонку. Нек, отстань, пускай они сами вытаскивают. Пойдем погуляем лучше. Это правда особенная? Пока не уверен. О, пупсик. Смотри, какой там дерзкий пупсик стоит. Пойдем поболтаем. Надеюсь на тебя, Нек. Чувачок, а что ты такой огромный? Ты в спортзал ходишь или что? Я думал, этот камень можно разбить. Чувак, расскажи свой секрет. Ты протеин употребляешь, да, чтобы быстро мышцу набрать? Массу, точнее, набрать. Мышцы-то ты как можешь набрать? Пошел на улице погулять и мышцы где-то подобрал чужие. Ой, ворот. Ладно, пошутили и хватит. Град ударов. Черт. Это было нелепо сейчас с моей стороны. Но как тогда выкрутился? О, это что за штука новая? Чё это за штука? Подожди, давай уменьшимся. О, прикольно. Вот это прикольно. Кнопочки нажимать можно всякие. Так, я сюда залез для чего? Для того, чтобы тут найти какой-то, видимо, тайник, да? Ой, нет, я туда не пойду. Нет, нет, опасная штука. Давай в другую сторону лучше пойду. Тут вот можно в другую сторону сходить. Может, тут что найдем? О!
Пожалуйста, нашли. Сундук. Сундук. Да, открывай его. И телепорт, блин, я надеялся. О, круто. Тут куча всего появилось. А, ну это деталь янтарной бомбы. Деталь телепорта, последняя. Мне вот это вот нужно. Я его собрал. Четко. Вот так вот выглядит телепорт нековский. Вы собрали все детали устройства, а теперь у вас есть телепорт. Использовать это устройство? Ну конечно, что за глупые вопросы? Если я его собрал, конечно его надо использовать. Задает еще вопрос какие-то. Типа, знаешь, собрал устройство, такой, не, я им пользоваться не буду. Я просто его поставлю на полочке где-нибудь. Ой, упал. Сейчас заново запрыгну. Так, подожди, мне получается в любом случае надо было сюда идти, да? Ну ладно. Типа, чтобы вытащить эту статую, надо взобраться наверх. Так что, пойдем. Выкусил своей же стрелой. Уменьшаемся. Попковый удар! Я не там приземлился. Хотел на божьих коровок упасть. Коровок! Божьи коровки! Здесь можно что-то разбить. Давай попробуем. А, не разбить, а тянуть. Что там, Аполлон с пикой? Молодец, и кто там? Нек, так держать! Нек, еще вот... немного! Может, я просто опущу это? Подожди, и утонула статуя. Ладно, вытащим. Просто вся грязная работа достается Неку, вот серьезно. Он какой-то раб. Опс, оторвалось. Я даже рад, что оторвалось на самом-то деле. Пускай сами парятся эти людишки. Попробуй цепь. Где ты ее увидел? О, нифига себе, жирная какая. Круто. Так, отсюда мы пришли, да? Да, отсюда мы пришли. Хотя, ну да, отсюда мы пришли. Ладно, тут мы уже знаем, что кого делать, как. Вот так с ноги. Блин, тут только маленьким, да? Только маленьким. Я слишком жирный для таких ступенек. Хотя тут можно и вот так запрыгнуть. А, ага. Нек, зачем ты это сделал? Да ё-моё. Кто-то в комментариях писал, типа, да меня бесит, когда ты сваливаешься там с каких-то опор, с лифтов, то, прочее, прочее, прочее. Ну, бывает сложновато. Не всегда все получается так, как ты хочешь. Много чего играет. Да как я так упал-то? Все, сейчас этот чувак опять начнет писать. Меня бесит, что ты сваливаешься с этих платформ. Че, не умеешь играть, что ли, рукожоп? Ну, просто видишь, вот какие-то нелепые ситуации случаются, которые от меня не зависят. Конечно, много чего от меня зависит, но бывает, что фортуна отворачивается и приходится это... ручечками своими попотеть, мальца. Такие дела. Давай в этот уголок бегаем, посмотрим, что тут у нас. А тут Тони. Тони? Вот так вот. Бывает же в жизни, что у тебя не всегда с первого раза что-то получается. Это жизнь. Ты же не робот, ты не идеальный человек. Всегда приходится чего-то добиваться упорным трудом и стараниями. Так же и в игре. Такие дела, такие дела. Что-то снизу там прям вот сияет, светится. Телепорт, что ли, какой-то? А, точно телепорт, смотри-ка. Сейчас мы им воспользуемся. А зачем меня сюда спустили? Ради телепорта и божьей коровки? Ну, давай заюзаем. Давай заюзаем. Мне кажется, что... Подожди, давай-ка спрыгнем. Оставим здесь. Вот так вот сделаем, посмотрим. Там он просто снизу, смотри, есть проход какой-то. Он имеет какое-то значение или нет? Если я здесь прыгну. А, нет, туда, там невидимая стенка, туда никак не попасть. Все, я попробовал, я поэкспериментировал, так что можно... Можно двигаться дальше. Запрыгиваем. Что, не получается? Получается, все получается. Опа. Ай-тять-тять. Чувак, который сейчас будет писать про платформы и то, что я сваливаюсь, успокойся. Все, все нормально. Вот ты психуешь, у меня не получается. Шутка. Блин, может быть, еще выше можно было забраться? Опять эта долбанная решетка. Выпустите меня! Выпустите на волю. Хорошо. Я уверен, что там где-то, может быть, и был тайник. Кстати, можно же смотреть, сколько я сокровищ... А, все спрятанные сокровища я нашел. Их тут два из двух было всего. Два из двух, ага. Два сокровища
были спрятаны, и два сокровища я нашел. Так что все, по тайникам тут все. Очень классное место. Завораживающе. Давай. А, блин. Блин. У меня тут нет реликтов своих, они там остались. Ну и ладно. Я как маленькая мышка бегаю и скляночки сбиваю. Так. Вот это вот надо опустить, потому что запрыгну вот тут вот. Ага. Дальше. Вот что сделаем. А, подожди. Ну я должен допрыгнуть. А, нет, не допрыгнул. Хорошо. Попробуем по-другому. То есть тут по-любому через вот эти вот штуки надо, да? Ну, сейчас я опыт возьму. Экспа, экспа. Опс. Хопс. И вот я наверху. А здесь янтарь. Мой милый друг. Короче, я туда сейчас не смогу. А, вот тут есть реликты. Реликты, давайте, подсасывайтесь ко мне. Через окошечко. Хотя, что-то... Я, походу, в ящике нашел достаточное количество, и те решили не возвращаться ко мне. Опа, закрыли. Ага. Ну, я так сам смогу запрыгнуть, ладно. Нет, не смогу. Да чуть такую-то... Подожди, надо вытащить эту штуку, да и с нее спрыгнуть, и все. Вот так вот. Мозги, мозги, давайте, надо гематогенчиков поесть, чтобы мозги соображали получше. Тут все элементарно просто. Ой, чуть не свалился нафиг отсюда. Опасная штукенция. Очень опасно. Божья коровка, он пошел вон. Я на самом деле обожаю насекомых, особенно божьих коровок. Это очень милые создания. Так что то, что я их бью здесь, это ничего не означает. Поэтому вот. Какой здоровый, 4 метра стал. А не великоват ли я для этого местечка 4-метровый бугай? Ага, здесь не получается. Я на крысы, я на крысы. Сейчас я скину вам цепь. Берегите бошки. Ох, аккуратненько, Нек. Ох, аккуратненько. Сейчас мне надо схватиться за него, успеть. Есть. Уии, полетели. Бей колонну. Ой-ой. Сейчас мы эти развалины окончательно развалим. Уменьшился так забавно. Блин, ну тут ракурсы камеры мне очень нравятся. Они так классно сделали это. Здесь, короче, если вовремя кнопку не нажать, то тут очень забавные моменты бывают. Например, как Нек влетает в стенку и расшибается в лепёк. Какой классный статуя. Так вот. А она ведь считалась утерянной. А? Перед тобой памятник в честь одной из наших первых побед в Кристальных войнах. А кто это? Мариус. Великий герой прошлого. Марио. Я знаю, кто он такой Марио. Грозный. Ну да, он же победил высших гоблинов и роботов. Высших гоблинов? Они не такие, как Гандахар и прочие. Не слышал о них. Ну, так об этом нынче не рассказывают. Их не видели со времен тех войн. С ума сойти. Это только цветочки. Идем. Я уже заинтригован. Это только цветочки, пойдем понюхаем их. Значит, статуя Мариуса произведет фурор. Глава вторая, часть четвертая, забытое место. Скорее бы рассказать о ней друзьям-археологам. Я знаю, кто такой Марио. Это чувак, который в канализации бегает и убивает там всяких канализационных грибов. Грибки канализационные. Жрет эти грибы, чтобы ХП восстановить, и звездочки всякие подбирает. Вот. Ты тоже знаешь, да, про Марио? Видишь, мы знаем про, с тобой про Марио. А тут, видишь, какой-то Мариус. О, борзометр у вас не зашкаливает, чуваки, вот он. Ух ты ж, нифига себе, как это вышло так. О, норка. Пойдем зайдем, глянем, кто там в норе живет. Вообще какой-нибудь кролик мне там влупит.
промеж глаз. Боже, коровка. Боже, коровки, чего у вас так тут много? Освободите плоход. Вау, булыжники метают. А щит поможет мне? Я думаю, что не поможет мне здесь щит. Поэтому, ладно. Подожди, глава... Здесь снова два сокровища. У нас же поменялась глава. Ой, точнее не глава, а часть. Часть этой главы. Опс, опс, опс. Привет, парни. Ха, не успел, не успел. Вот это вот тут разыграли. О, давай, давай, давай. Не успел блок поставить. Давай еще разок. Да что такое-то, Нек? Капец. Вот, вот это я понимаю. С какого фигового подхода, я не знаю, конечно, но что-то выкусилось, получилось. Так, мне снова нужны норы, тайники и все такое обследовать, потому что два сокровища здесь где-то есть. Найти бы их. Гоблиняшки. Няшки-гоблиняшки. Кстати, прикольно, что когда ты вот так вот расшибаешь себе лепеху, стрелы, которые пролетают над тобой, тебя не задевают. Ну, потому что ты как бы низенький становишься. Это продумано здесь, и это классно. А, я тоже прыгнуть хотел, ты меня опередил. У стенки ушатало. Пейзажи красивые, красивые. Подожди, а что, я камни могу? Камни, давай покидаем, конечно. Вы меня стрелой, а я вас камнями нафиг. Сравнил, да, конечно, стрелу и камень. Это прям как палец и попа. Ой-ой-ой, булыжники снова. Теперь в меня булыжники, да, кидай? Ну, а я вас покидаю. Опс. Готов. Как настроение-то, ребятки, у вас? Я вижу, что наверх можно залезть как-то. Вон там вот, видишь? Что-то там наверху есть. И сейчас мы туда попробуем пробраться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень дерзкий чувачок тут меня встречает. Чуть не нарвался на люляху его. Еще один тайничок. И что? Сейчас новое устройство будем собирать с тобой. Новое устройство. Нюх на сокровище. Приз получен. Деталь преобразования энергии. После того, как индикатор янтаря заполняется, устройство преобразует весь лишний янтарь в энергию реликтов. О, у меня одна часть уже есть такая. Это получается уже вторая. Всего таких 4 штуки надо собрать. То есть еще две части найти, и у меня будет преобразователь янтаря. Классно. Вот и здорово. Забираем. Сплигиваем и идем наваливать остальным гоблинам. Я там видел Лукаса. О, какая пушка тут-то. Посмотри, здорово такая, мощная. Взять бы ее в руки и пулять с нее ядрами. Здесь надо уменьшиться. Спасибо. Ты такой заботливый. Ну, тайник. Если это можно назвать тайником. Еще одно сокровище здесь спрятано. Лук. На тебе по лбу стук. Лук. Сейчас я вам покажу пупковый мой любимый удар. Или с ноги. Давай с ноги вот так вот. Что-то как-то... О! Чисто случайно. Чисто случайно разбил камни здесь. Чуть-чуть еще надо набрать опыта и смогу вкачать навык какой-нибудь. Ой, камушки полетели. Ви-и-и. Ой. Вот это можно разбить? Нет, это не разбьется. А вот этот камень, кстати, вот. Давай, 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 подбирай, давай, давай. Черт. Даже блок не смог поставить. Мне камень разбили как-то луком. Как вы смогли разбить своими стрелами мой камень? О, он тоже так умеет, смотри, вертеться и бить мечом. Как я, только ногой. Они мои навыки принимают. Ты офигел мои навыки против меня использовать? Вы задолбались со своими стрелами. Что-то Нек не хочет отражать стрелы. Вот. Что-то вообще не хочет отражать. Ладно, пойдем, короче. Раскидаем их так. Найди. Есть тут что интересное-то? Тут столько гоблинов стояло, они явно что-то хранили. Не, слушай, вроде ничего интересного тут нет. О, чувак. Робот. Я робота сломал. Он тут несколько веков лежал такой спокойненький, пришел, Нек и размотал. Трупачок робота. Пришли. Я не могу с его нам соломенной сюда бороды и бровей. Прошу вперед. Райдер, состриги свои бакенбарды хотя бы, а?
Сюрприз! Круто же, да? Куча трупиков роботов. Вот это сюрприз. Чего? Хотя вроде человеческий. Здесь шла битва, Лукас. Да, но миллион лет назад. Я согласен с твоим дядей. Ой, да ладно вам. Они тут лежат со времен каменной войны. Кристальной. Да пофиг. Лукас, расхититель старых развалин. Может, он прав? Это ведь груды железа. Эти груды железа когда-то были гордостью армии. Были. Ну да. Ну вот. Класс. Тоже классно. Нек! Лукас, ну кто тебя просил? Втянул нас опять в какую-то жопу. Когда ты сказала про прогулки, я не думал, что придется драться с роботом. Вот. Этого я точно не планировал. Я согласен с рейдером. Какая-то не очень прогулочка получается. Еще и с гоблинами тут помахаться пришлось. Давайте, кого раскидывать? Натя с ноги, и тебе тоже с ноги, и тебе тоже. Ох, ох, кунг-фу, кияка. Натя вам. Как мне нравится с ноги всех разматывать. И тебе тоже, и вот вам тоже, и тебе. Стой, офигенно. Без понятия. Мимо. Черт, не успел блок поставить. Да вы когда-нибудь сдохнете или чё? Пупковый удар! Чё-то они слишком живучие, слушай. Я прям офигеваю. Они бессмертные, что ли? Давайте, тут бомбочка. А эти откуда? Эти тоже воскресли? Вы можете получить новые навыки. У меня опыт. Отразил одну куколку. Еще одну отразил. Отлично. Так, у меня получается еще одно сокровище и есть усиление. Чё вкачаем? Сколько сюда талантов? Ускорение атаки града, да, это надо включить. И супер уклонение. Вы сможете переместиться за спину атакующего вам противника. О, круто. Давай ускорение града сделаем все-таки. Ускорение града. Но перемещение за спину это прям как ассасин. Это круто. Так что потом тоже вкачаем. Обязательно. Всю ветку сейчас прокачаем, походу. Тут у нас что-то спрятано. Не, нифига не спрятано. Вот этих вот надо размотать, чтобы они не воскресли. А то кто их знает? Всяко ж может быть. Здорово, парни. Опять начинается. Хотя вы не парни, вы роботы. У вас же нет пола, да? Град удар! Е-е-е-е-е. Посмотрим, насколько... Ой, там неуязвимость, но она мне не нужна. Я и так справлюсь. Пупковый ударчик. Такой бежал. Черт. Ворот. А, там камни есть, можно покидать. Янтарчик оглушаем. Вон того сбиваем. Еще пару штук. Ты справишься, да? Ща, я вот камень только возьму. Выкусили, парни. Да блин, почему парни-то? Роботы, какие парни? Где ты видишь тут человек? Сюда! Не, подождите, я подраться хочу, с них опыта собрать можно, кучи. О, Лукас, все не по плану, все не так ты делаешь. Они в нас стреляют! Бежим! Война идет, а я опыт хочу собрать. Янтарчик, подтягивайся. Ой, реликты. Ну, янтарчик тоже подтягивайся. А чё так много? Ой, вот сюда вот. Подожди, может тут тайник есть? Я тороплюсь. Здесь нет, сюда никак. Миу. Свалился. Или не свалился? Я свалил. Да, наверное, я свалил, а не свалился. Какой булыжник, смотри, большой. Смотри, какой большой булыжник. Вот так. Вставай, помогли бы. Ага. Думаю, все. Да, теперь точно оторвались. Ох, можно передохнуть, чайку попить. А, нет, рановато, я про чаек сказал. Рановато. А!
Офигеть! Что я тебе хочу сказать? Ты это видел? Я даже не догадывался, что там все скалы будут на меня падать. Вот это серьезно. Я бегу, бегу, бегу. Хоп-хоп-хоп, прыгаю. Вот сюда. Сюда. И вот сюда. Как на серфе. Как на скейте. А эти как на санках. Наверх. Ушли. Кажется. Спасибо, что спас. Ты должник мой, вообще капец, Лукас. Не расплатишься. Миллион, триллион, хихиктиллион долларов должен мне. Он, наверное, еще за прошлую игру там мне не выплатил. Черт, 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 черт. Вот, отлично. Расправа будет ужасна. Мне кажется, тайничок где-то здесь вот может быть. Вот он тайник, кстати. Опс. Точно. Потому что давно уже не находили, как бы пора было. И что мы имеем? Деталь преобразователя энергии. Вот это нам нужно. И что-то еще новое появилось. Аквамариновый реликт. Если собрать достаточно таких предметов, станет доступен особый нек, состоящий из аквамариновых реликтов. Ну, это как в первой части. И рубиновый реликт тоже собираешь, и рубиновый нек появляется. А это что? Деталь сканера. Отображает информацию о состоянии противников. Как бы нафиг это нам не нужно пока что. Деталь преобразователя энергии, давай. Конечно, здесь сложно набрать полный щит янтаря. Так что, может, и зря я собираю этот преобразователь. Ну, не знаю. Пускай будет. Так. Пошли, побежали, побежали, побежали. Опс, опс. Прыжки. Как на Олимпиаде. Чувствую себя. Все, сокровища мы здесь закончили. Можно теперь на них не отвлекаться. Хорошо. Парни, парни, давайте без борзоты. Готов. Камни скинем. Конечно же. Вах, вах, вах. А тут вот тут маленьким... А, нет, там маленьким нельзя. Я думал, можно маленьким куда-то спуститься. Че тебе с ноги зрить? Вот тебе. Вот тебе. Улетел. В Гагры. Отдыхай. На юга. Запрыгиваем наверх. Малышом. Он такой маленький, вообще няшный. Тихо, 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 тихо. Офигеть, чуть не обосрался. Там что-то где-то захватился и мог упасть, но меня спасла госпожа Фортуна. Это ты че? На, лови булыжник. Офигевший типов вообще. Прям раздражают такие. Так. Тут только через верх прыгать. Опля. Хопля. Еще реликтики. Да ладно. Сейчас разберемся. Нате с ноги. Да вы достали. Почему? Почему вы как-то меня умудряетесь бить, когда я... Ладно, я так и скажу, что я не крутой боец, когда огромная орава хочет меня убить. Со всех сторон отбиваться это сложно. Иди вперед, Нек! Может, наверх? Встретимся внизу, да в офигели. На! Откуси каменного. Чупа-чуп со вкусом камушек, лови. Еще булыжник. А что тебе-то придумать? Жвачку со вкусом камня. Вот, придумал. Кажется, здесь никаких тайничков нету, да? Ну, в плане ящики с опытом оставшиеся. Еее, я красавчик. Странно, конечно, что деревянные опоры не ломаются от моего веса. О, может, не уязвим здесь? Давай возьмем, чё бы нет. Кия, кунг-фу, с ноги, давай, раскидывайся. Вот это я понимаю. Джеки Чан отдыхает. Кунг-фу во всей красе. Еее. А тебе град ударом достался.
Черт, ну как вот сверху ты на него падаешь, и как вот он умудряется тебя задеть? Янтарчик возьмем, взорвем. Достали бы меня. Еще янтарь. Что там не взорвался? Вот, 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 отлично, можно его взорвать. Ну давай, Нек, ну ты не то бьешь. Да, я тоже кричу, давай, Нек, но что-то как-то... Что-то как-то я тут отхватываю. Лукас, ты засранец вообще знатный, это все из-за тебя. Града, просто полчища, орда роботов, которых не раскидать. Мне не хватает, дамага, я сейчас сдохну тут нафиг. Меньше болтаю, больше действуй. Японский городовой, давай, подтягивай реликты. Есть. Фух. Пульки пролетели надо мной. Да они еще. Может мне просто отсюда свалить уже, там вон самолет вижу. Отлично, вот как я хотел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, уходим. Ну, Нек, не тормози. Райдер, спаси меня, я за вас спрячусь, а. Смотри-ка, кажется, им роботы втащили. В кои-то веки. А то все мне, да мне прилетало. Да и просто... Сейчас маты пойдут. Наконец-то, всех размотало, ни разу не сдох. Как? Волшебство какое-то. Госпожа Фортуна, спасибо тебе за все. Зачем ты сюда? Гордость армии, да? Какая катсцена, вы че? Там погулять можно было. Серьезно? А ты уверен, что ничего не делал, Лукас? Может, тронул выключатель? Ничего я не делал. Они просто... Сработали на мой башмак. Взяли и ожили. Любопытно. Сообщим доктору, как взлетим. Доктор, вы не поверите, что мы отыскали? Злых роботов, наверное? Да, огроменных злых роботов. Вы опоздали, Лукас. Это все знают. Они везде оживают. Я направляюсь в монастырь в Норклиф. Увидимся там. Так точно, док. Черт, тогда роботы ожили не из-за башмака Лукаса. Ну ладно. Ха-ха, Райдер! Ну и ну! Веселое утро вышло! Это точно, доктор. Что случилось? Мы не знаем точно, а вот у монахов есть идеи. Как вы там в большом городе? Я в порядке. Не слушайте его. Все хорошо. Мы скучали по вам. Лукас, точно все хорошо? Шарлотта волнуется. Да, все хорошо. Честно. Ты, кстати, заметил, что Шарлотта без тросточки, она теперь ходит как бы, ну нормально, у нее же проблема с ногой была раньше. Че, ее вылечили, что ли, шаманы? Монахи? Нам еще надо готовиться, но пока что вы молодцы. Хорошо, идите. Ну, слава богу. Ксандр... Познакомься. Лукас и Нек. Спасибо, что пришли. Меня зовут Ксандр. Я настоятель этого монастыря. Это Эва, юный лидер. Очень рада познакомиться. Я наслышана о ваших деяниях. Обычное дело для нас. Боюсь, теперь будет сложнее. Как вы поняли, роботы Кристальных войн пробуждаются. Простите, я очень мало знаю об этой войне. Впрочем, как и о монахах. Верно. Мой орден уже не правит людьми, как это было раньше. Давайте я расскажу о войнах. Принято считать, что гоблины — это дикие примитивные существа. И вонючие, прямо очень. Но на деле, во время Кристальных войн, гоблины были очень высоко развитыми. Нифига себе, вот это городок. Они были известны как высшие гоблины, гордая и жестокая раса. Они постоянно воевали с людьми за самый ценный ресурс – кристаллы. Важный источник энергии, который есть только на землях людей. Лидер высших гоблинов, главный инженер по имени Урик, создал армию боевых роботов, чтобы покончить с людьми раз и навсегда. Этих роботов мы и называем древним оружием. Людей того времени, наших дальних предков, появление Урика и его армии застало буквально врасплох.
Империя высших гоблинов быстро расширялась, а их войска неслись по нашим землям, сея разрушение и смерть. Это были темные времена, и мы бы не выжили. Но пришел герой, наш основатель Мариус. К удивлению Урика, силу его роботов Мариус превзошел силой ума. Имея лишь камни, лианы, ловушки и смекалку, Мариус и его отряды одолели роботов в 10 раз больше них по размеру. В тот день люди победили, и не в последний раз. Обломки роботов до сих пор покрывают землю, напоминая всем о былой опасности. Мариус на Геракла похож. Но почему-то, спустя 2 века, древние роботы вдруг стали оживать. Надо остановить их и понять причину. Вас вон там роботы ходят, вы чё? Идёт. Вы хоть понимаете, за что берётесь? Это вам не развлечение. Мы справимся. Да, Нек? Нек? А, это такие же, как он? Это... Только у них башка другая. Как это так? Вы не единственный, кому удалось оживить реликты, доктор. Нек, нам пора. Братьев рассмотришь потом. Да у них даже рта нет. С чего начать? Неподалеку отсюда перевал, где предки остановили древнее оружие. Они снова оживают. Давайте взглянем. Да, сейчас. Сейчас слишком поздно идти на перевал. Эва отведет вас утром. Ведь нам еще есть чем заняться. О чем это вы? В нашем монастыре боевые искусства ценятся превыше всего. К бою! Не, а как же передохнуть? Глава 3, часть 1, испытание. Так, я стою на месте, я не двигаюсь, потому что надо закругляться, мы уже достаточно долго играем, и по таймингу будет очень длинно и нудно. Короче, если тебе понравилось, ставь лайк под этим видео и подписывайся, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. Так что до встречи, а я сейчас этих монахов буду разматывать. Ну и, конечно, покажу тебе это в следующем ролике. Так что все, увидимся в следующем видео.